АК-47, откуда они взялись? Отделились двое, но не павшие, не распадались. Примерно двое отдельно представляются. Доказать пытаются, что хип-хап поднимается. Нравится, не нравится, меня не касается. Не нравится мой город, не на что позариться. А, ты парень из березы, наверняка это где пасут коров. Ха-ха-ха, охуенно приколол. Петросянчик, сядь на диванчик, заряди шансончик. Посади с собой несколько девочек, ведь рэп для тебя это ёмко, вот чик-чик. Березовский спецназ, проникни тебе в мозг. АК-47, хачу коленками затрёс. Да ладно, гангстер, не напрягайся. Ствол не доставай, ты просто улыбайся. Заиграй до АК-47 сейчас. Уйди подальше от колонок, снесет бас. Собрались кругу обсудить один вопрос. И, конечно, не забыли пачку папирос. Тебе говорили, уважай людей. Тебе говорили, не води в дом блядей. Тебе говорили, не болтай всем, что у папы под кроватью АК-47. Я встал тебе на ухо, опять на полу. Полутрезвая подруга под рэп качала головой, ёбнулась об сцену. На пол упала, подсела на измену. Еще бы ведь на сцене были АК-47, которые в памяти налипли на совсем. Тебе же мама запрещала слушать рэп. Тебе же мама говорила, что это бред. Тебе же мама запрещала гулять по гетто. Тебе же мама запрещала строить из себя негра. АК-47. На военных сборах потрогал автомат Калашников 4-7, и ты был рад. Тебе твой учитель дал поебло за то, что ты поставил ствол к однокласснику. А так все пока идет чередом. Девушка, семья, родители, дом. А как твоего брата Басота не убила футболка Ария, толстовка кипелого смелого. Такого же брата хочу. Маму попрошу, папу подкручу. Пусть этот брат говорит всем, что я состою в АК-47. АК-47. Бойней пули калаша не существует. Ара разрывает жопу быстрее хуя. Тебе пришла малява, интересно кто. Надпись fuck you, подпись инкогнито. Тайком от мамы нашу запись носит. Слушает ее, когда мама пылесосит. У тебя брат ездит на 8-й модели. Она хоть под тюнингом. А вы как хотели? Он форсует по двору и сигналит всем. И на полную качает АК-47. АК-47.